Ну, во-первых, в основном акцент делали на том, что команда очень хорошо бежит. И поначалу не очень хорошо с этим справлялись, но в итоге в концовке уже вот получилось немножечко это исправить. А так в основном все у нас получилось, и тренер доволен результатом. В принципе, мы можем еще лучше выдавать игры, просто тут игра решается в основном не как сыграет основной состав, а скорее всего просто посмотреть молодых игроков, как сыграют молодежь. А в основном ЦСКА может еще и лучше отыгрывать игры. В первом тайме вы играли намного мощнее, намного быстрее, во втором немножко сбавили обороты. Скорее Успокоиться? всего, просто чуть подрасслабились, что, в принципе, и помогло команде из Волгограда чуть-чуть сократить в счете в какой-то отрезок. Но в итоге после тайм-аута мы собрались опять и довели дело до конца. На завтра есть уверенность? Конечно, есть уверенность. Завтра будет совершенно другая игра, я думаю, и придется выкладываться еще сильнее, чем сегодня. И какая ваша главная цель вот именно в борьбе с первого по восьмое место? Ну, естественно, забрать первое место, стать чемпионами. Это каждый год у нас стоит такая задача. И вот мы двигаемся к выполнению этой задачи. Ну, мы желаем вам успеха. Спасибо.